сейчас. Вот такая кучка собак. Можно по пути. По пути на конюшню. Но они нас уже знают, поэтому нормально относятся. А вообще, когда первый раз шли, они кидались, гавкали, прям швырялись. Вот. Если кому-то хочется, спасайте их. Кормите. Они, вон, выбегают со двора и швыряются на всех. Когда-нибудь кто-то их траванет. Когда-то, ну, как говорится, кого-то они задолбут. Ну, а насчет того, что они голодные и так далее, это, конечно, шутка. Потому что, сами видите, они все толстенькие, справненькие. То есть их кто-то кормит. Мы просто забор сделали такой, что можно пробегать через него. Они под низом пробегают и выбегают на улицу. И вот швыряются на людей, которых не знают. Нас они знают. Да, собаки? Собаки, собаки! Вы что домой не бежите? Собачуры такие. Вот. Вот кого нужно спасать. А не тех, которые на цепи сидят. Которым никто ничего не сделает. И туда даже подойти никто не подойдет. А тех кормят мясом, как положено. Да, красавчики? Они, конечно, все чипировые. Ой, как это самое, бирки вон висят, у них все стерильные, все нормально. Но, тем не менее, а вот тут вот они живут, вот ихний двор. Вот ихняя калитка, ну, в смысле, ворота, из-под которых они вылазят. Вот. И, как говорится, охранные качества у них еще остались. Они пытаются охранять. О, ну что ты там гавкаешь? Вот нормально сделали ворота так, чтобы собака не вылазила. Хотя тоже дворняжечка, но она не выбегает. А эти бегают, как хотят.